Ребята, привет! С вами как всегда Милан Про. И сегодня покажу, как сделать эндоскелет из ФНАФа. Ну что, сначала мы берем тыкву, арбуза. Можете, даже если у вас есть, ну или у вас есть молот какой-нибудь, человечек, например, не понимаю. Ну короче, вот, берем, ну и знаете что, всеми любимый вот этот акит, ну кислота, ну я думаю, ладно, я шутил, ну точно не любимый мелонами. Так, вставляем. Бессмертие, бо, получается живой скелет. Берем в одежду, вот именно шлем. Потом бандану, вот это вот видите, именно сейчас. Именно, ладно, сейчас. Ладно, давайте можно без бандана. И очки. Мне кажется, так лучше. Так, потом вот так, так вот. Так вот. Вот так вот и... Надо же, тут видно белый. Знаете, как я решил проблему? Берем ботинки. Так, ну мы один удаляем. Так, Disable Collisions. Set Layer вот сюда. Ой, сейчас. Set Layer сюда. Именно так. Disable Gravity и Copy. Сейчас все берем и копируем. Копировать. Копи. А теперь берем именно вот эту вот веревочку. Вот так вот. Вот так вот вставляем. Ну, чтобы не было видно веревочку, делаем вот так вот. Не же получилось вроде. Давайте-ка еще раз. Так вот получилось. Видите, почти что не видно белого. Вот. Теперь даже со второй рукой проделаем. Так, а берем вторые ботинки, потому что... Именно вторые ботинки, потому что если мы возьмем вторые эти же, еще одни, ну, в паре же, да, знаете, вот видите, в паре. Если мы возьмем второй ботинок из пары, то не получится. У меня так не получалось. Берем новый. Убираем один, так, и также проделаем. Вот так вот, как я и показал. Ну, походу, может получиться не с первого раза. Как и у меня было. Во! Вот, отлично получилось. Он бессмертный, видите? Вот он бессмертный. Ладно, без мандана, все равно. Вот. Можете вы без мандана делать, хорошо? Вот. И получается вот такой вот сейчас. Такой вот. Классненький эндоскелет. Дальше берем мелона. Переворачиваем, точнее. Вот так вот. Убираем одно, видите, вот, чтобы вот сюда, как ухо подходит, знаете. Вот, убираем человечка, удаляем, делаем ухо, штуку. Так, что-то кровь капнула. Ну, теперь не капает. Бессмертно, мы акит вставляем, потом приставляем, сейчас покажу. Вот такого размера. Потом вставляем кольчик бессмертия. Был бессмертным, не ломался, когда этот эндоскелет скримерит. Потом мы делаем так же с тапком. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Так. Мы удаляем.
делаем такой вот так вот. Я вам сейчас покажу. Так вот и подольше. Ресайз. Нормально. И Disable Gravity. Ну, теперь вот так вот. Здесь соединяем. Убираем веревки и получаем вот такой тип уха. Вот теперь мы его берем. А ёкала мне. Сейчас, пока сейчас. Вот, я её зафризил пока что. Теперь берём верёвочку. И вот так вот присоединяем. Вот. Угу. Убираем верёвки. Фризе. И вот эндоскелет готов. Сейчас я вам наглядно покажу. Вот у меня есть куча аниматроников под нос. Иди, все, ну покажу. Вот Майкл, типа, ну охранник, знаете. Смотрите, типа. Все готово. Ну потом сохраняем по желанию. Знаете, как он типа бьет руками сейчас я. Майкл, сейчас сам посмотрю. Ой, реклама, пацаны. Реклама фильма «Перст», я просто посрался, реально жесткая. Жуткая реклама, конечно. Сейчас посмотрим, как он бьет. Он его вырубил с одной атаки. А, нет. Он с двух атак его убил. Смотрите внимательно. Ну, теперь, знаете как, берем именно вот так вот. Берем, нажимаем Save. Save. Ну и пишем. Я вот напишу ендоскелет. Ендоскелет. Все, он готов. Смотрите. Смотрите, вот. Вот, правда, у меня с этой штукой, потому что я нажимала, не, ну ладно. Вот, все, убираем веревки и получаем. Вот, все, готово, вот он. Все, вот. Готово. Все. Ну, в следующем видео я покажу, как сделать еще кого-нибудь. В следующем видео я покажу, сделать, как сделать вот это вот Кексика и Кассиди. Кексика и Кассиди. Всем до скорой встречи. Всем пока-пока.